Здание Львовского горсовета сегодня было окутано дымом. Возле ратуши активисты жгли дымовые шашки. Чего добились и добились ли, узнаем у Галины Якушко. Густой дым окутал стены Львовской мэрии. Активисты бросили несколько дымовых шашек возле фасада. Они пришли, чтобы выразить свое недовольство так называемым ВЕЧИ, который мэр Львова Андрей Садовый созвал в воскресенье в свою поддержку. ВЕЧИ проходило в тот момент, когда на соседней улице горожане прощались с погибшим бойцом АТО. Участники сегодняшнего пикета считают, таким образом мэр выразил неуважение к друзьям и родственникам погибших на фронте. И важнее всего для него политический пиар. Но городской голова Андрей Садовый на действия пикетчиков не отреагировал. У него сегодня судьбоносная сессия. Депутаты решают, лишится ли мэр своей мусорной монополии. Ранее премьер-министр Гройсман предложил, чтобы львовским мусором занимались областные власти. Садовый против. Фактично унеможливлює будь-яке будівництво заводу громадою, і вона забирає всі повноваження по управлінню відходами на невизначений термін. Нас зобов'язують. Ти повинні таке питання проголосувати, так, якщо ні, це буде біда. Но це більше, ніж ультиматум. Це зневага до громади міста Львова. Депутаты, напротив, поддерживают предложение по передаче полномочий по вывозу отходов, раз уж мэр не справляется. Чиновники міської ради не справилися за рік після трагедії з проблемою сміття, і тому ми маємо віддати ці повноваження сьогодні. По поводу решения депутаты совещали 6 часов. Наконец проголосовали. Заниматься вывозом мусора из Львова теперь будет областная администрация 2 последующих года. Ну а пикетчики ждать, пока мэр Садовый освободиться не стали. Свернули плакаты и разошлись сразу после того, как догорели дымовые шашки. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов.